Всем доброе утро! Девчонки, сразу хочу всем сказать большое спасибо за ваши поздравления, за ваши пожелания. Мне было очень-очень приятно. Я сейчас еду на маникюр. Что-то хочу сделать светленькое, может, переходящее в какой-то другой цвет. Как это? Бэби-бум называется, да? Он вроде бы как прозрачный, переходящий в нежно-розовый или в нежно-бежевый, что-то такое. Я сегодня одела свой этот плащ. Плащ, штаны, кроссовки, сумка. И все. На улице вроде бы сегодня будет плюс 15. Думаю, можно одеть и этот плащик. Ну все, вот такие вот у меня получились ноготочки. Не захотела я никакие, ни яркие, ничего. Вот такие вот спокойные. Ну, может быть, пока, не знаю, на лето, может быть, яркая будет. Но пока вот такие. Я очень довольна. Мне нравится. Какая-то мелочь, да? Всего лишь какие-то ногти. А чувствуешь себя, не знаю, как-то по-другому. Какой-то, не знаю, ухоженной, что ли. Опять все лицо горит. Это ужас какой-то. В общем, сейчас Рома приедет. Мы поедем закупаться. Завтра приедут родители, и мы хотим что-нибудь погрилить. Так, что мы купили? Мясо. Вот, этот, вот эта упаковка 4,84. 5,72. Две пачки Шинкен взяли. Масло подсолнечное. Варенье малиновое. Так, вот такие взяли боны. Это я буду делать вот с вот этим вот, ну, Шинкен вот этим заворачивать будем, грилить. Две пачки взяла. Паприка зеленая, паприка красная. Одна паприка выходит ойра 27. Лук. Потом еще колбаска такая 2,75. Еще упаковка мяса 5,73. Еще одна 5,44. Картошка. Что тут еще? Так, следующая. Это колбаса. 4,27. Тут соки. Это мне на оливье горошек. Конфетки такие, такие. И вот она рыба. Вот большая рыба. Это лакс. Здесь сколько? 13,35. Соня, уйди. Что ты ее облизываешь? Все. Так что завтра... будем грилить. А, здесь у меня еще вот сумка была, я забыла. Это для Пушка корм. Что-то я совсем забыла. Это вот такая вот рыба, как маринирт она. Вот такая вот картошка треугольниками, это тоже для гриля. И цацики. В общем, рыба, две упаковки картошки и цацики. Рыба без головы. Почищенная уже. Но я ее так и оставлю в холодильник. Я ее теперь ложить не буду. Завтра все равно грилить. Она как раз полностью растает вся. Всем привет. У нас уже суббота. С погодой у нас маленько не повезло. На улице дождь. Поэтому будем сидеть дома. Ром жарит мясо и шписы с овощами. А у меня здесь... Что у меня здесь? У меня здесь картошка. Рыбу я уже пожарила. Рыбу я жарила здесь. Сейчас делаются боны со шпеком. Сегодня еще покупала в глобусе торт Кейзекуха, потом с клубникой. И салат еще сделала с оливье. А эти шписы? А потом... Good. Вот такую розочку мне подарили Ромины родители. Мама с папой подарили вот такой вот букет. Такая еще бабочка здесь. И подарили еще вот такую подарочную карту в цветочный магазин.
А я сейчас переоделась и буду убираться на кухне. Бардак. Что мы кушали? Горячее. Это я уже так более-менее убрала. Потом мы чай сели пить. И я все так оставила. Мы пошли в зал. Сидели, болтали, болтали. Сейчас теперь надо это все убирать. У нас сейчас воскресенье. Вчера мне некогда было газету смотреть. Присматриваю себе вот такие вот, как лавочки. Мне вот это вот понравилось. Я ее хочу поставить вот на улицу под большое окно. Вот в зале у нас большое окно. И под это окно я хочу поставить вот эту вот лавочку. Но этот магазин, это у нас что? Это Центр Шоп, да? Я в Кирне сейчас бываю редко, а он находится, вот этот магазин у нас в Кирне. Как буду в Кирне, обязательно зайду в этот магазин и посмотрю вот эту вот лавочку. Мне кажется, будет неплохо, если под окно поставить вот эту лавочку. Купить тоже какие-нибудь подушечки мягкие. И получается, на территории вот огорода этого, что ли, нашего, в любом месте можно будет посидеть. Стол. Нам такой стол привезли Ромины родители вчера. Я сейчас его покажу. Ну, похожий. Вот такой вот стол. Он у меня будет стоять на балконе. Он хороший, такой стабильный. Сюда я поставлю свои вот эти вот грибочки, цветочек поставлю. Вот эти вот грибочки я поставлю. А вот этот вот стол я уберу вот сюда. Он будет стоять у нас здесь посередине. Здесь будет стоять два кресла. Ну, это все, когда крышу вот здесь накроем. Тоже, думаю, будет неплохо. А Рома, знаете, чем занят? Рома? Ой, вот тут, видите, щели. И когда грилишь нормально, а когда именно включаешь конфорку, а конфорка как газовая, да, то она тушится, потому что ветер попадает, сквозняк, и она тушится. Он теперь на уровне гриля закрывает вот эти вот щели. Доски тоже есть. В общем, он закрывает вот эти вот щели. Всегда найдется чем заняться. Всегда. И суббота это или воскресенье, разницы нет. Всегда мы найдем чем заняться. В общем, он сейчас здесь, тут. Я стираюсь. Сейчас еще одну стирку поставила. Но он не прибивает, он просто их вырезает по длине, по ширине, вставляет. А уже завтра, в понедельник,
наверное, не знаю, как время будет, или во вторник. Ну, в общем, как будет время, будет их прибивать, потому что сейчас воскресенье, шуметь как бы не хочется. Ну, а здесь, вот, сейчас пока у меня вот эти вот стулья стоят. Они стоят здесь, и мы на них не сидим, потому что нельзя. Здесь они маленько не подходят. Почему мы их сейчас сюда не поставили? Потому что здесь посадили траву. А вот на это место я уже поставлю вот эту вот лавочку. Сонькин, ты где? Соня, иди сюда. Сонь. Засранка. Я сегодня с утра пораньше уже у курей убралась. Так что у них там порядок. Что у нас тут с яичками? Вот, красота, два яичка. Курочки. Курочки. Красавица. Красавица. Чего вы разговариваете? Дожди были, да? У вас здесь грязь теперь. Но сейчас, девчонки, солнышко будет всю неделю на этой неделе. И все у вас высохнет, да? А ты где, матрешка? Как хорошо. Я показывала, что мы уже качелю поставили. А вы видели? Конечно, видели. Давайте поговорим. Рассказывайте мне что-нибудь.